Всем привет, с вами Дизик, это новый летсплей в игре Майнкрафт. Я вас хочу обрадовать. Дело в том, что я нашел шейдеры. Я нашел эти чертовы шейдеры, правда. Если это маленькая проблемка, у меня все нафиг как жопа лагает. Но это особенность этих шейдеров, я не знаю. Это по идее те же самые Sonic шейдеры, которые у меня были, только они какие-то немного измененные и совершенно странные. Вот, очень странные они. Ладно, в общем-то, на таких вот радостных новостях я не знаю даже, что сделать. Я думаю, уток просто, вернее, куриц, что-то с ним. Ну, сейчас цыпленок умрет, но он был не жилец. Ладно, в общем-то, смотрите, как это все красиво, правда. Это шейдеры не полные, у меня почему-то выдают только 20 FPS, но... В общем, это очень странно. Вот, в общем-то, прикол в том, что... Трава шевелится, листва нет, это шейдеры такие. Вот, сейчас, погодите, нужно чуть, может, настройки графики, нет, максимум FPS. Ладно, в общем-то, если у меня лагает, то, скорее всего, у вас тоже будет лагать, но... Меня многие, кто простил выложить свой Minecraft Jar, вот сейчас я его полностью прокачал, как передача тачка на прокачку. Вот, и, ну, в общем, наслаждайтесь этим самым. Это можно скачать в архиве чуть пониже. Также там можете скачать мою карту. Мне тоже много кто просил, хотя я когда-то там давно выкладывал, но там была совершенно старая версия. Вот. Ну а сейчас вот, в общем, наслаждайтесь. Надеюсь, вы рады этому, потому что многие кто просил, вот. Ну я, в принципе, рад, что я нашел шейдеры. Правда, вчера он не лагал, а тут сейчас как-то лагает. Ну да ладно, не в этом суть. Да, в общем-то, всем спасибо, кто смотрел это видео. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте пальцы. А с вами был Дик, и до скорых встреч. Ведь это шейдеры. Хотя, не знаю, надо, наверное, еще их оптимизировать и всякое такое. Ну да ладно. В общем-то, всем спасибо, и до скорых встреч.